кажется, так легко. Красиво, когда движение такое отработано. Все очень красиво. А вы знаете, просто я очень люблю свою работу. Я знаю, что это больно, но вот я знаю, как потом будет хорошо. Поэтому я получаю удовольствие от своей работы. Поэтому, наверное, это так вот и... Правильно вы говорите, настроить пациента. Как бы ни было больно, пациент будет терпеть. Да. А если не настроить... Нет, а если пациент не готов, лучше не брать его в работу. Да. Потому что, когда нет вот этой вот, нет этого желания, да, вот нет стремления, то есть как бы вы, вот, даже анестетик никакой не поможет. Если пациент тут, нога, одна нога тут, другая за дверью кабинета, то лучше пусть он будет, пусть еще, вот надо очень не понравиться себе в зеркале, чтобы это терпеть все. Действительно, эффект был. Я буквально там за неделю, наверное, mm-hmm. это все сделала, уехала и на там пошла. 25% забираю. Не слышала? Если низкий болевой порог. Делайте с анестезией. То есть как бы увеличиваем ее. После лидокаином попрыскать? Нет. Нет? Это грубо? Нет, это иссушит кожу совсем. Возьмите... Анестетика 9% лидокаин, который вот в микронидлинге у нас. Тонким слоем, без пленки. Потому что эмлоанестоп, они под пленку, и вот этот вот пленочный эффект парника, повреждение кожи очень сильный. Посмотрите на лицо, которое мы сегодня отпеленговали. Потому что я еще здесь своя полюбовалась, да? Щеки блестят, такое ухоженное, холеное такое, да? Матовое. Матовое. Я себя не вижу, но там трюмо на окошке можете взять. Чуть-чуть повыше ко мне заползите, пожалуйста. Вот так. Отлично, спасибо.